Организаторам первенства республики по лыжным гонкам на призы спортивной семьи Париловых вновь пришлось отменить старты и вновь из-за мороза. С прошлой недели более 200 спортсменов из Коми, Кирова и Ямало-Ненецкого автономного округа ждут хорошей погоды. Репортаж Константина Куратова. На соревнования наша съемочная группа приехала к началу старта в 11, но на стадионе тишина. Табло показывало 24 градуса мороза, а для спортсменов до 17 лет гонки при такой температуре проводить нельзя. Мы их ждем с четверга прошлой недели уже. И вот вчера провели первую гонку коньковым ходом. Постоянные морозы мешают проведению соревнований. Накануне действительно было всего минус 17. Максим Гардер из печерского поселка Озерный выиграл гонку коньковым стилем на 5 километров. Первые 3 километра легко, а потом потяжелее уже. Сегодня тренеры и спортсмены готовят лыжи и все-таки собираются на тренировки. Конечно, побегут в щадящем темпе, чтобы не обморозить лицо. 30 градусов выходим, и в 33 выходим по-разному. Не всегда ведь на лыжах. Мы разные средства используем. И бег, и ходьба, и лыжи. Средства подготовки разные ведь есть. Понятно. Поэтому температурный режим... И 30 градусов позволяет тренироваться, а вот соревноваться, там уже есть правила соревнований. В итоге призы спортивной семьи Париловых получили только победители одной гонки. Уже сегодня спортсмены разъедутся по домам. Отменяется. Дело вот в том, что люди были здесь, это транспортные расходы, расходы на проживание, на питание, поэтому у них и сроки совершенно ограничены. А переносит соревнования идет. Почему? Потому что еще и в календарном плане последующие идут много соревнований. Ближайшие гонки на стадионе Раисы Сметаниной пройдут после Нового года. 9 января здесь стартует первенство и чемпионат Северо-Запада. Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал «Юрган», Сатывдинский район.